Друзья, ну и приготовим с вами пьяные крылышки. Мы уже с вами их готовили. Ну, повторим рецепт. 500 грамм куриного крыла промыть. На сковороду выложить 3-4 столовые ложки меда. У меня жидкий мед, если густой, то пару ложек. 1 столовую ложку чеснока, 4-5 столовых ложек соевого соуса. И залить 300 мл пива. Пиво берите светлое, не темное, чтобы не было горечи. Выложите туда крылышки и готовьте, пока не выкипит вся жидкость. Тщательно помешивайте, чтобы не пригорело, и сковороду лучше сразу замочить, иначе не отмоете. Выложите в тарелочку, посыпьте их кунжутным семенем. Приятного аппетита! Кушает крылышки, пьяные крылышки в пиве. Кушаем и пойдем спать. Вкусно? До следующих влогов. Всем пока. Целуем. Пока-пока, Маши. Пока-пока.